Рассмотрим сегодняшнее видео, я посвящу непосредственно разбору того, как при помощи правой руки определять направление магнитного поля, когда у нас есть вектор произведения. Рассматривать я буду с точки зрения приложения все это, законы Биас-Савара, записанные в системе исчислений Си, 4π, r в кубе на... Тут элемент поля, но я просто сразу напишу L на R. Можешь, конечно, элемент длины здесь указать. BB на самом деле ничего страшного. В общем, если у нас есть вот такое вот векторное произведение, то возникает вопрос, как вообще определять направление поля DB. И это я сделаю с использованием правой руки. То есть, допустим, у нас есть сейчас некоторый вектор DL, который направлен вот так вот, да? Есть какой-то вектор R. Тут еще надо учесть, что здесь будет стоять сила тока, конечно. И вот возникает вопрос, как с использованием правил правой руки определить направление поля. Для этого необходимо по первому вектору, который указан вот здесь, вот DL, да, у нас, расположить, вот у нас правая рука дана, да, вот она правая рука, вот эта вот часть будет у нас, соответственно вектору DL. То есть я должен по ней расположить и вращать, и вот эти вот пальцы, которые у меня здесь, да, к вектору R сжимать, да. Видно, что если я буду так сжимать, то у меня к вектору R они не будут подходить. Поэтому надо мне сделать что? Мне надо как бы на просвет что-то взять. Видно, что у нас вот вектор DL у нас стоит, да? И у нас будет, я располагаю вдоль вектора DL вот так вот нашу, вот эти вот пальцы, да? И сгибаю их к вектору R. Вот видите? И вот если вот я вот так сгибаю, да, как бы вот в эту сторону идет, да, то у меня вот большой палец как раз будет указывать направление магнитного поля вверх. Или если вот я вот так посмотрю, да, то есть у меня правая рука будет направлена вот так вот, и я буду вот сгибать к вектору R, да, и будет он направлен вниз. Вот. То есть магнитное поле направлено будет вниз. Теперь, ну, перерисуем картинку, допустим, рассмотрим какой-нибудь просто силу ампера, как QVB. Просто я буду использовать правила правой руки для определения направления различных сил. То есть просто использовать для направления силы ампера, допустим. Вот я сейчас какой-нибудь вектор V нарисую, да? Вектор B. Потому что это правило правой руки и левой руки, которые я буду использовать, например, больше. Но сейчас мы с правой рукой разбираемся, да? Оно применимо вообще для любых векторных произведений. Правило такое. Первый вектор векторного произведения будет характеризовать направление вот этой вот части нашей ладони. По ней ставим и, соответственно, и сгибаем пальцами в сторону второго вектора. И большой палец указывает направление магнитного поля. Вот. То есть в данном случае мы будем видеть, что на нас поле будет обратно, перпендикуляр плоскости будет это, да? То есть будет поле вот так вот у нас висеть. Сила ампера у нас будет вот так идти, то, что мы здесь так рассматриваем, да? Что было сделано с точки зрения закона Биас-Савара, который есть, я просто рассказываю, что